Всем мяу, с вами Ари. И в последнее время многие люди заметили новое обновление Ката. Обновление, конечно, не колоссальное, но есть свои фишки. Во-первых, радио стало бесполезным из-за нового состояния Роблокса. Если кто-то не знает, то Roblox навсегда удалили все аудиофайлы со своей платформы, с которыми вы могли скопировать их ID-код и использовать в разных проигрывателях, как само радио Ката. В описании предмета сказано, что в будущем в радио можно будет играть только шаблонную музыку, которую Fiesta самостоятельно загрузила в файлы игры. Удалили большое количество карт, как Classic Legacy, Twilight Harvest, Mercy и Kingdom. И в принципе не было никакой причины удалить так много карт, кроме Kingdom, из-за этой корзинки, которая висела внутри из одного из домиков. Объяснять, я думаю, не надо. С прошлым обновлением у Spam Knife были проблемы с тем, что нельзя было спамить с автокликером. Хоть я и потратил $100 или же 8200 рублей. Теперь это пофиксили, и Spam Knife работает как полагается. А также понерфили один из самых имбовых пистолетов, Tactical. Если кто-то не знает, то раньше это был единственный пистолет, который можно было доставать без никакой задержки. То, что делало этот пистолет очень имбовым. А теперь это убрали. Наконец-то добавили режим АФК. В левом нижнем углу добавили иконку спящей головы, и когда вы на нее нажимаете, вы умираете и телепортируетесь назад в лобби. А если вы хотите выйти с АФК режима, нажмите опять на иконку. Главное, запомните, что вас кикнет с сервера, если вы будете АФК больше, чем 20 минут. Убрали таргетов. Теперь вам больше не будут давать дополнительных кристаллов за убийство конкретного игрока. Есть теория, что добавят voice chat в Кате из-за того, что на новом лого Ката есть маленькая иконка голосового чата, которая намекает добавление voice chat'а. Но это не точно. После перемены между обновлениями, Фирза написала твит извинения за неактивность и сообщила, что пару фичей добавлены в Кате, и скоро выйдет масштабное обновление. Будем надеяться. Короче, перед тем, как я закончу это видео, я бы хотел сильно извиниться за то, что я не был активным в Ютубе, потому что обновления, как вы видели, не было уже так долго, и идей у меня так мало. И чисто спасибо огромное за 7000 подписчиков. Я очень благодарен. Ну ладно, спасибо большое за просмотр, за этого видео, и всем пока.